Вот эта массовая встреча Якутия и Бурятия прошла в рамках вторых спортивно-сельских игр в 1984 году. Сам бокс, соревнования по боксу, программу игр прошли они в конце мая месяца в городе Якутске, детская спортивная школа номер один. Потом сборная команда урожая, мы оставались в городе Якутске на сборах, потому что было уже известно, что приедут к нам гости бурятские боксеры. И во время игр в Намцах приехали наши гости. Ну, я, к сожалению, сейчас не помню, во скольких весовых категориях, но у нас было три мастера спорта, которые были урожая в то время. Это 48 Николай Никитин, 54 я тогда выступал. Я сам и 57 Вася Афанасьев, 60, по-моему, Валера Мигалкин, Марк Харлампьев, там вот эти Романа Проня выступал. Ну, в этой встрече матче мы, сами нас во время спортивного народу было много зрителей, выступили достойно, выиграли. По-моему, там проиграли два боксера. Я с бурятским боксером, к сожалению, по фамилии не помню, но выиграл Коля Никитин, я и Вася Афанасьев тоже, явно выигрывали эти бои. В то время по урожаю были вот эти три боксера, лидер. Встреча была, большой интерес был, полный стадион был. Старшим тренером урожая по боксу был заслуженный тренер республики Василий Васильевич Васильев. Двукратный чемпион республики, мастер спорта СССР. И долгое время он был главным тренером спортивного общества «Урожай». В 1984 году у меня уже 27 почти было к этому, в июне месяц. Но я уже первый мастер спорта из боксеров сельских по «Урожаю» был. И Коля Никитин, и царство его небесное, Вася Афанасьев. Мы были три первых мастера спорта и лидеры сборной «Урожая». Поэтому вспоминаешь, вот Вася, смотрю, какой он классный боксер был, бьющий. Но Коля до сих пор такой же, считай, такой же шебутной, маленький, и физическую форму держит. До сих пор он такой-то, почти не изменился. Глядя вот эти записи, тоже почти 40 лет прошло. Как быстро. И 40 лет, и до сих пор мы все в теме бокса, в теме спорта. И очень надо чувствовать такие, как молоды мы будем.